Улица 8 марта – одна из ключевых дорог в поселке Управленческий. В этом году по решению городских властей с учетом просьб жителей участок включили в перечень ремонтируемых на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Профильные службы уже приступили к первому этапу – фрезерованию. Сейчас снимают старое дорожное полотно, убирают все имеющиеся дефекты. Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия применяется путем холодного фрезерования фрезой Caterpillar шириной барабана 2 метра. Дефекты на улице 8 марта были ямы, просадки. Дорожные службы фрезеруют участок от улицы Сергея Лазо до Красноглинского шоссе. Общая протяженность – около километра. Работают исходя из погодных условий и преимущественно ночью, чтобы не осложнять дорожный трафик в дневные часы. Как отметили специалисты, на проезжей части есть проблема с дождеприемниками. После фрезерования решетки ливневок выставят на проектную отметку на один уровень с будущим асфальтобетонным покрытием. Ремонт улицы 8 марта ждут не только самарцы, но и гости города. Эта дорога соединяется с улицей Сергея Лазо, которая ведет к одному из излюбленных мест отдыха – обновленной вертолетной площадке. Рамис Виткулов приехал в Самару из Красного Яра, чтобы в том числе полюбоваться вертолеткой, с которой открывается панорама на Жигулевские горы и Волжские просторы. Родной город нужно любить. Все подъезды к городу, все достопримечательности должны быть в хорошем состоянии из-за асфальтированной дороги. На улицах Сергея Лазо и 8 марта, расположенных в непосредственной близости к вертолетке, ремонт выполняется одновременно. Так рабочие уже почти полностью закончили фрезерование дороги на улице Сергея Лазо. Продолжаются работы на инженерных коммуникациях. В дальнейшем предстоит укладка свежего асфальта. На обеих улицах выполняют устройство нового покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. В соответствии с муниципальным контрактом будет использована смесь ЩМА-16. В этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать порядка 35 участков. Работы на 17 из них уже завершены. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.